Золото в 2020 году дешевело. Это было начало пандемии, похоже, не до этого было людям. Но в 2021 году вдруг цены рванули вверх. А сегодня достигли рекордного, за 30 лет рекордного уровня. Люди активно скупают физическое золото в виде слитков, монет, ювелирных изделий. Я всегда думал, что есть в этом? Ну что есть? Вот я хочу вас спросить, как каббалиста, это же золото в основном украшение. Украшение эгоизма. И он нас сталкивает ради вот этих украшений. Вообще все только золото. Это просто нам хочется помещать наши усилия в какие-то такие материальные объекты, которые незыблемы, которые не пропадут, которые не истлеют, не заржавеют, что называется. А что золото, вот скажите мне, на духовном уровне? Что это такое вообще? Это эгоизм в чистом виде. А, да? Да. Золото – это относительно кетер, а серебро – это относительно бины. Вот как это объяснить по-простому? Когда эгоизм настоящий справляется, то он олицетворяется в виде золота. А когда он находится на пути к исправлению, наполовину к исправлению, то это серебро. Бина и кетер. Если мы исходим из того, что духовное так или иначе влияет на нас, мы ветви, а корень все равно духовный всего, то золото остается. Остается. Ничем его не заменишь. Нет. Даже в голодные времена, даже когда хлеб... Нет, когда хлеб, то тоже нет. Когда говорится о том, чтобы добавить что-то к хлебу, то сразу же золото начинает проявляться. Вот это красиво. Оно существует для живых. То есть, если мы говорим о необходимом, мы говорим о хлебе. Если мы говорим о нашем мире, вот этом вот, да, зажиревшем таком, мы говорим... Люди гибнут за металл. Люди гибнут за металл. Ваш вывод мне вот интересно, вот всего этого. Мой вывод очень простой. До тех пор, пока эгоизм будет властвовать, то золото – это всеобщий мировой эквивалент эгоистическим силам. А когда люди будут свой эгоизм обменивать на добрую связь между собой, тогда золото уже будет просто приравнено к обычному металлу, материалу. И уже в обмене его, оно использоваться не будет. Тогда будет использоваться в обмене величина отдачи друг друга. Это уже не золото. Совсем другой материал. Да. Это хорошо. Отлично.